так. Наверное, я все-таки решу это сделать. В общем, ребят, я решил закончить снимание видео. Это потому что подписчики стало меньше, то есть стали от меня и отписываться. Но подписчики тоже стали. Так что я не знаю даже, что мне сейчас делать, так что я все-таки решил закрыть свой канал на время, может быть. Потому что просмотров мало. Даже лайков, даже 100 уже не набирается лайков, хотя подписчиков дофига. Потому что новые видео не все смотрят, и я не знаю. Иногда, да, набирается по несколько тысяч лайков на некоторых видео. А иногда еле 10 лайков набирается на одно видео. Ребят, это неправильно, это не круто, ребят. Вы, если хотите, вы можете мои вот эти видео до этого видео поставить лайк. Возможно, я передумаю закрывать канал и не закрою его, но я его удалять не буду, просто не буду выкладывать на него видео. И все, и вообще видео ни ВКонтакте не буду выкладывать, ни в YouTube. То есть, просто я закончу производство видео, одну базу. Просто. Начну там что-нибудь, что там осталось-то. Все, что не демонтировано, все скину, все, что осталось. Остальное все. Нового ничего больше не будет. То есть вот то, что последнее было, вот, то и останется. То есть то, что я не смонтировал, я выложу. Даже может после этого видео я выложу. Но новых видео уже не будет никогда. Это уже понятно. Потому что, ребята, вы или вы набираете лайки на каждое видео, чтобы я продолжал. Там, хотя бы 1000 наберите на одном хотя бы видео, там, которые не такое уж. То, как типа антигриффершона, который набирается сразу за день 5000 лайков там, а потом через несколько дней еще лайки. То есть вот как-то так надо работать. То есть, а вот когда я снимаю там про Counter-Strike, Source, там, как я играю с читами, там вот 10 лайков и все, то есть даже комментов мало. Даже некоторые комменты даже какие-то, не знаю, оскорбительные. Ребят, вы или ставите на все видео лайки, на которые новые, и я продолжаю снимать. Хотя бы вот 100 лайков наберите на видео, на которых нет 100 лайков. Чтобы было 100 лайков, чтобы я видел то, что вы все-таки смотрите мои видео, и ставите лайки. Или ставьте дизлайк, если вам не нравится видео. В общем, главное смотрите мои видео, ребят, чтобы я продолжал. Ну и, конечно же, вот вы знаете, голосование было ВКонтакте. Продолжать ли мне делать видео? Ну вот, я решил все-таки снимать дальше видео, но потом я подумал, все-таки лайки не набираются, что-то подписчиков как бы нету, и я даже не знаю, что вообще делать дальше. Потому что подписчики как были, вот сколько там, то почему-то сам YouTube убирает подписчиков. То есть, если у меня было 3 миллиона, это максимум у меня было, то сейчас потом стал 1 миллион, и вот еле-еле добрался до 2 миллионов. Там сколько-то еще подписчиков. 2 миллиона и вроде 53, что ли, подписчика. В общем, как-то так, ребята. И вы набираете лайки только на самых крутых видео, я понимаю. Но вы смотрите все видео и ставьте или лайк, или дизлайк. То есть все равно, по-любому, я продолжу тогда снимать видео, а видно то, что просмотр есть, но лайков нету, и, да и просмотров что-то мало стало, если было тогда по несколько тысяч, вообще там под миллион доходило на одном видео просмотров. То есть сейчас уже стало не очень миллион, там максимум набирается на новых видео, типа антигриффера шоу, на других видео, набирается максимум, ну не знаю, там 500 тысяч, ну это даже много. Ну, мало, короче, набирается, короче, лайков. ВКонтакте вы тоже, что-то, не любители ставить лайки. Ну, некоторые люди даже репостят мои видео. Но, ребята, это все не то. Вам, мне нужно, чтобы ставили вы. Я всегда в конце видео говорю, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Подписка есть, то есть лайков нету, но просмотр есть. Я не понимаю, что это за фигня такая идет. Вы или поставьте на видео или лайк, или дизлайк. И напишите любой комментарий. Это комментарий отзыв.
просто напишите, понравилось ли вам видео или нет. Или там что-нибудь другое, фигня. Там всякое другое. Молодец, что снимаешь дальше. Там, я не знаю. Пишите все, что вы думаете об этом видео, которое снимаю. Я снимаю для вас, ребята. И продолжать видео я буду снимать дальше. Но, если на этом видео наберется хотя бы 100 лайков, 100, то есть будет просмотров дофига, ну хотя бы, я не знаю, 1000 наберите. И хотя бы 100 лайков, 100 лайков, не дизлайков, а, то есть вот такие вот пальцы ставьте вообще. То есть, или ставьте вот такие пальцы. Мне все равно главное, чтобы 100 было на какого-нибудь из этих, или лайк, или дизлайк, чтобы было до 100 хотя бы дошло. То есть, чтобы я продолжал видео, чтобы я видел то, что все-таки люди лайкают, дизлайкают, пишут комментарии, понравилось ли видео или нету. То есть, как-то так работаете. Или тогда вообще не смотрите мои видео и все. То есть, как-то так. А то зачем я говорю то, что вы просмотрели видео и все, что ли? Нет. Я говорю в конце то, что ставьте лайки, значит, надо поставить лайк или дизлайк, если вам не понравилось это видео, и написать комментарий, а также подписаться на меня ВКонтакте, если вы, конечно, хотите и вам нравятся мои видео. Но, не знаю, но я пока закрою канал, самое главное. Я пока что не знаю, я ничего пока делать не буду, я просто закрою канал, не буду выкладывать несколько дней видео, я посмотрю, что будет. ВКонтакте я оставлю какую-нибудь или голосование, или какую-нибудь запись, в котором все написано то, что я сказал в этом видео. В общем, ребята, напишу все вам. Вы, если вам нужно мои видео, и чтобы я выкладывал, поставьте тогда под записью лайк. То есть ВКонтакте я выложу запись через несколько дней. Продолжать или не продолжать? Последний раз спрашиваю. Если вы набираете там, ну, хотя бы 1000 лайков, берите на записи ВКонтакте, 1000, все. А то и так у меня друзей там, 3000 друзей и сколько-то там подписчиков, дофига, 5000, что ли? 5000, не помню, сколько. Ну, короче, ребята, вы там на записи наберите хотя бы 1000 лайков. Репостов не обязательно. Хотите репостите, хотите нет, главное поставить лайки. Комментарии не обязательно писать, главное 1000 лайков. Если набираете ВКонтакте на моей записи, которая выйдет через несколько дней, набирается 1000 лайков, то я выкладываю новое видео и жду от вас в этом новое видео хотя бы 100 лайков или 100 дизлайков, короче. Ну и обязательно писать комментарии. В общем, если такого не будет в следующем видео после вот этого записи, если все такое будет и не будет на новом видео 100 лайков или 100 дизлайков, то есть не будет, то я тогда закрываю канал опять, и тогда уже запись я выложу немного попозже ВКонтакте новую. В общем, пока что я выложу через несколько дней. Вот сейчас, например, сейчас 3 августа, сейчас время, короче, 12 часов дня. Вот для меня это 12 а.м., короче, так как я сейчас сижу. Даже не знаю, как сказать вам. Короче, сижу я все дома, я приехал в Америку, ребята. Видео я выложу, вот как раз я видео, наверное, выложу про то, что я катаюсь или на скейте, или где-нибудь, не знаю. Короче, выложу новое видео. Но это не сейчас, это после записи. Я выложу запись, чтобы вы ставили лайки где-то, если сейчас 3 августа, значит, я где-то 5 августа. Короче, 5 августа. 5 августа, запоминайте, если вы хотите смотреть видео. Вы 5 августа заходите на мою страницу ВКонтакте. Если будет там 5 августа именно эта запись, про то, что, то есть не голосование, а дальше там будет, если другая будет запись, про то, что продолжать или не продолжать, вам всего лишь надо поставить лайк. То есть никаких репостов, просто лайки. 1000 лайков набирается, снимаю новое видео, жду 100 лайков или 100 дизлайков. Все, ребят, это, короче, мы, наверное, разобрались с этим. Я даже не знаю, сейчас он меня слышит, я просто громко все говорю, я не знаю, моя камера вообще записывает звук или нет. Или вообще тихо сейчас она запишет как. В общем, ребята, вы все поняли, вы все знаете. Теперь дальше. Вот, игра с подписчиками. Мне писал вот, подписчики мои пишут мне ВКонтакте. Если вы это сможете, ну там пишут вот несколько человек. Как зайти на твой сервер, ну,
Я вам сказал в видео с этим про Channel, когда мы играли. Там соревнования, как раз это видео вот новое, оно в Ютубе есть, оно ВКонтакте есть, смотрите, это новое видео. На странице моей точно есть. Ну, в общем, ребята, там я говорил, то, что на сервер, ну, базе сервер 1, то есть это сервер мой. То есть играть я могу только со своими друзьями, там, то есть вы никак, никогда не зайдете. Или зайдете, но это когда будет игра с подписчиками, то есть постоянно там, когда я играю, там закрывается сервер на пароль. Пароль я вам не могу сказать, потому что это секрет, как бы я играю с друзьями, и только друзья знают мой пароль с сервером. В общем, на сервере мы там соревнуемся, короче, там играем так же, как в видео я показывал, то, что там есть легкие, нормальные, сложные и экспертные боты, против которых мы играем, там, сколько там, за контртеррористов заходим, там, я, про Channel и, может, еще какой-то один человек. И, в общем, против, я не знаю, сколько там этих ботов, может, 500 или 1000. Ну, короче, они сами респавнятся. В общем, ребята, на NoBase сервер первый можно зайти, когда он без пароля. И когда там играют люди. Например, там постоянно играют, ну, человек 30 точно. Потому что это сервер знаменитый. Ну, там играют, конечно, постоянно подписчики, я вам скажу. Конечно, ребят, заходите, играйте. Если вы хотите игру с подписчиками, то есть будет специальный день, на который я специально всех выгоню с сервера, поставлю там пароль. Пароль вы увидите под стримом. Я сниму стрим. Если вы, конечно, то, что я говорил в начале, если вы, конечно, набираете 100 лайков 100, или 100 дизлайков, тогда я продолжаю снимать. Снимаю стрим про CSGO. Там будет игра с подписчиками, ребят. Я все уже распланировал, то есть будет игра с подписчиками, стрим будет. Это где-то будет уже или 5 августа, или 6 августа. Хотя нет. Ну, да, если будет сразу наберется на... короче, понятно, если набирает лайков, то я снимаю сразу. Ну, короче, понятно, стрим будет. Пароль будет в описании. Заходите, игра там с подписчиками. То есть я играю, мои друзья играют, вы увидите таких людей, как Pro Channel, Star, Butterfly, потом там будет Рапунцель, а потом там будут еще игроки, там будет Stelio Contos. Ну хотя, не знаю, у него вроде что-то CSGO глючит. Вот вы спрашивали про него, как он так играет. Да, это все мои друзья, ребята, они играют. Также будет игра с Kings Game, то есть игра будет 5 на 5, то есть в какой-то день будет тоже стрим, как я буду снимать. Там будет игра с подписчиками, то есть наша команда Kings Game по CSGO турниры, которые проводит. Мы будем играть против вас, против подписчиков, то есть 5 на 5, нас 5 и вас 5, любых подписчиков. В общем, если вы выигрываете, то, не знаю, какой-то приз будет, наверное. И я хотел, вот последнее то, что я вам расскажу, я хотел бы провести конкурс. Но это уже не про видео, не про что, просто конкурс, ребята, проводится он ВКонтакте. Это будет тоже, наверное, 5 августа, я, наверное, смогу выложить этот конкурс, да. Конкурс будет на игры. Разыгрываться будет новая игра. Там этот, как его... Ну, короче, это игра, которая новая вышла. Последний, короче, про этот Far Cry. Far Cry Primal будет там. В общем, разыгрывается Far Cry Primal, ребята. Короче, место 3 там. Far Cry Primal будет, потом будет какая-то еще, короче, 3 игры будет. Far Cry Primal, No Man's Sky и вроде какая-то еще GTA 5, что ли. Да, вроде GTA 5. Вы можете это все выиграть, конкурс простой, уже правила понятны, наверное, вам. То, что там всего лишь надо подписаться на меня, подписаться на моих друзей, вступить в группы, написать комментарий где-то там, ну, короче, ставить лайки везде, и тогда ждать окончания конкурса. То есть, если я выложу 5 августа, значит, конкурс закончится 10 августа. То есть, 5 дней вам дается, чтобы это все сделать.
выбирается только три победителя, которые полностью все сделают, добавишь, короче, друзей. То есть, смотрите, вот, например, там будет такое задание, посоветовать меня друзьям. То есть, берете, посоветуете меня своим друзьям, пишите им, добавьте вот Александра Сычкова, берете мою ссылочку ВКонтакте, пишите или в беседу ВКонтакте, или своим друзьям, в общем, как-то пишите. Если они добавляются ко мне, и вы пишете то, что вот мои друзья, вот я доказываю, что это мои друзья, они у меня есть ВКонтакте, и вот они добавляются, то да, вы задание прошли, дальше вам надо следующее задание. То есть заданий мало, но, ребят, игры реально дорогие, и это, наверное, крутой будет конкурс все-таки. И выиграют только три победителя, как я уже сказал. Ну и все, наверное, ребята. Что я вам могу еще сказать? То, что это все честно, честный конкурс. Кто считал, что это нечестный? Конечно, были люди в прошлом конкурсе, который вот конкурс был. Люди говорили то, что нет, это все подстроено, я все сделал, все задания, а мне ничего не подарили. Но там было 10 подарков, я помню. И, ребята, 10 человек выиграли. А участвовало где-то 1000 человек. Ребят, если вы выполнили все задания, то это еще по началу. Например, там если первый человек все выполнил, а второй тоже все выполнил, то выиграет первый человек, который первее выполнит все задания. То есть это как бы, кто первый выполнит, тот и, короче, получит подарок. Короче, вам, наверное, все понятно, все ясно. Короче, еще будет на Твиче стрим, возможно, но я не знаю, там будет мой друг, вроде, я буду играть со Стелли Контасом, мы будем играть в эту, как ее, скажи мне, что ты сидишь на стуле и подсказываешь. Короче, мы будем играть в этот, как его, выживание, Clash 4D2, будем играть. Короче, там будет Стелли Контас, мы будем стрим снимать не на Ютубе, мы будем снимать на Твиче, мы уже там... Всего на Твиче я недавно только зарегистрировался, там всего было 10 стримов, ребят. И этот стрим будет в Clash 4D2, мы специально создадим сервер, но он будет на несколько дней всего. Но нам нужен только для одного дня. Там, короче, будет 4 человека играть, то есть я, Стелио Контас и 2 любых подписчика, ребят. Это просто будет прикольно. 2 подписчика может зайти в эту игру. То есть поиграем, мы играем с супер сложными зомбиями. То есть мы играем на эксперте во все компании. Мы играем целый день, ребята. Это будет круто. Я сразу говорю, я беру или если мы играем за типа вот этих вот. За первую команду из Left 4 Dead, то я выбираю Фрэнсиса. Если мы играем в Left 4 Dead 2 миссии, то я выбираю Ника. Понятно? То есть вы остальное берете. А, Стелио Контас. Чё ты, кого выбираешь-то? Да. Стелио Контас выбирает Луиса из Left 4 Dead и тренера из. Нет, Рошель. Ха! Нет. Да не. Я. Ладно. Короче, хотел сказать то, что он выберет Рошель, но не, он выберет тренера все-таки. И будем играть во все компании, то есть у нас двое профессионалов, конечно, круче, но не профессионал. Короче, ребята, вот так вот, вы все выбрали, остальное вот вам выпадет, что вам выбрать, Билла или там кого-то еще, или вы выберете там, я не знаю, Элиса или Рошель. Короче, вот единственные игроки, которые остались, в общем. На Твиче все будет расписано, ВКонтакте тоже у меня на странице будет расписано, ID 53, 55, 44, 63, добавляйтесь там. Там все конкурсы, все написано про лайки, то, что сколько куда на запись поставить лайки, чтобы я продолжал снимать видео. Короче, все равно все это будет, ребят. Так что, ребят, вот что я вам еще могу сказать. То, что все будет супер. Все мы проведем, все сделаем, если, ну, наверное, все-таки наберется 100 лайков или 100 дизлайков. Наверное, все-таки... сделает это все, то есть все будет очень даже супер. В общем, ребят, что я вам могу еще сказать? То, что добавляйтесь про ченнелу
друзья, Стелио Контасу, они сейчас здесь, но я камеру не хочу показывать, потому что они что-то не разрешают мне это делать. Ну и, короче, вот что я вам могу еще сказать, то, что с вами был я, Александр Сучко. Ну и, короче, этого, как его, про ченнела, зовут Клаус Вольф, ищите его ВКонтакте, можете искать его у меня в друзьях. Стелио Контаса тоже он есть ВКонтакте, он есть в Фейсбуке, он есть в Твиттере, кроме Одноклассников. Ладно, короче, добавляйте его, Стелио Контас, так его и зовут, по-английски набирайте, ну, по нику, наверное, понятно. Короче, добавляйте его, тоже вы можете лайки там наставить, если хотите, но самое главное мне поставить. Про ченнел его, тоже, ребят, ставьте лайки на Аву Агла. Правда. Ставьте ему. Кстати, в заданиях, наверное, будет добавить Стелио Контаса и прочее. Да? Короче, ребят, вот так вот мы делаем. Если все получается, то очень будет круто. И, наверное, на следующей неделе тоже будет видео. Если все будет... Все пройдет нормально, то есть будут и лайки, и дизлайки, и лайки, 1000 лайков будет на следующей записи. В общем, все будет круто, я не буду вас больше задерживать, если вам понравилось это видео. Ставьте лайк, все-таки поставьте, ребят, ну, правда, уже не надоело вам говорить то, чтобы вы ставили лайки, даже лучше сами понять. В общем, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео, обязательно пишите комментарии, понравилось вам видео или нет, снимать дальше или не снимать, ну, ребят, ну, правда. В общем, ребят, короче, вы все поняли,